каждым годом растет число школьников, которые во время летних каникул хотят поработать и заработать. Участие в городской программе по временному трудоустройству молодым людям дает такую возможность. Но в этом году желающих оказалось в два раза больше, чем самих рабочих мест. Поэтому и было принято решение обратиться к депутатам самоуправления с просьбой увеличить финансирование муниципальной программы. Сегодня мы попросили почти 82 тысячи евро для того, чтобы обеспечить рабочими местами 385 молодых людей. Где они будут работать? Значит, рабочие места у нас для маленьких ребят, это 13-14 лет, это учебные заведения школы. У нас, в принципе, 19 учебных заведений подали заявки. Для взрослых ребят в возрасте с 15 до 19 лет, это работа на предприятиях самоуправления, государственных учреждений. Здесь мы можем назвать такие учреждения, как и Силтымтекле, ПЖКХ, Догопилская региональная больница, Догопилсад, Иксме, ну и многие другие. Кроме этого, 314 старшеклассников получат временную работу по программам Государственного агентства занятости. Таким образом, все молодые люди будут обеспечены работой. Все старшеклассники, которые зарегистрировались и подали заявку, они все будут трудоустроены. В том числе также будет возможность и маленьким ребятам в возрасте 13-14 лет попробовать себя в этой программе. Тоже дополнительные места для них будут созданы? Да, для них созданы дополнительные места именно в учебных заведениях. Для маленьких ребят дополнительных мест 82 места. Согласно положению муниципальной программы, трудовая школьная вахта будет длиться 10 рабочих дней, а заработная плата составит от 2 евро 36 центов до 2 евро 58 центов за час работы.